Теплые слова сегодня звучали и в Ханты-Мансийской окружной больнице. Там пациенты поздравили своих лечащих врачей с профессиональным праздником и благодарили их за труд. Маленькие югорчане подарили медикам рисунки. В холле больницы работала творческая художественная мастерская «Спасибо, доктор». С помощью видеоконференц-связи поздравить врачей смогли родители спортсменов из Нефтеюганска, которые в декабре прошлого года попали в страшную аварию. Силами хирургов, реаниматологов, анестезиологов, терапевтов и нейрохирургов пациентов с тяжелыми травмами смогли поставить на ноги. Слово передать не могу, я благодарна. Спасибо. Для нас было честью помочь вашим детям. С Божьей помощью сделали все, что могли, и Господь нам помог. Спасибо вам за ваши добрые слова, за то, что вы нас не забыли, за то, что благодарны. Это дает силы нам работать дальше, любить нашу работу и выполнять ее так же, даже лучше. Благодаря самоотверженному труду всех медиков я сама видела, как вы работали. Это то, что хотелось бы во все сферы человеческой деятельности перенести. Уровень самоотверженности, профессионализма и ответственности, которые вы продемонстрировали все, еще раз повторяю, от вахтера, охранника и до специалиста-врача.